Дорогие подписчики, сегодня мы будем продолжать работу над звуками и буквой И. Повторим я, ё, ё, е. Звуки я, ё, ё, е Алексей произносит уже хорошо. Но я тоже так же думаю, что, наверное, скорее всего, мы занятие посмотрим, а потом немножечко я скажу по занятию. Давай назовем, это у нас что такое? Я. Вот, как мы говорим? Я. Ну-ка так, постучи себе. Я. Я. Вот. Это называется ё. Я. Ё. Я. А это? Ю. Вот, а это е. Хорошо. А теперь давай здесь смотрим. Сюда смотрим. Вот сейчас мы будем работать по этой страничке. Но прежде чем мы будем работать, давай вспомним. Это кто у нас? Пума. Ну-ка давай еще раз. Пума. Говори теперь, это пума. Это пума. Нет. Ну-ка давай еще раз. Это пума. 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 Вот, это пума. Хорошо. Теперь смотрим, это кто у нас? Это Миша. Миша. Ша. Ша. Губки. Вот, положи ручки. Да, это Миша. Ша. 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 Губки так зовут. Ша. 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 Хорошо. А это кто у нас? Ба-ка. О, давай, говори, это? Это? Кто у нас? Собака. Ка. Ка. Собака. Собака. Ка. 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 Собака. Собака. Хорошо. А это кто у нас такая? Это? Это. По? По. Ни. Ни. Давай скажи. Пони. Пони. Это? Это. Пони. Пони. Хорошо. А это кто у нас? Это? Это. А? А. Лень. 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 Не, как мы сычок делали? Ле. Ле. Не. Ле. 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 О? О. Лень. Лень. Еще раз. О-лень. Вот. А это у нас кто? Ка. Ка. Ро. Ва. Ка, губки. Ва. Давай еще раз. Ка. Ка. Ро. Ва. Ва. Давай еще раз. Ка. Ка. Ро. Ва. Ва. Так, ну ладно. А это кто у нас? Кузина. Не знаю, я ничего не поняла. Кто это у нас? Ко. Ко. Ни. Ни. Еще раз. Кто это? Ко. 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 Ни. Вот. Кони. 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 Вот. А теперь один остался. Кто у нас там будет? Конь. 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 Вот, конь. И один здесь у нас. Конь. Дань. Конь. Конь. Вот. К, 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 к. Вот здесь. К, 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 к. Конь. Конь. Вот, все хорошо. Ну, а теперь, мой хороший, давай мы с тобой смотри. Что у нас? Мо. Мо. Нет. Как мы сейчас произносили? И. И. Мой. 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 Кто мой? Конь? Да. Говори, говори, мой. Мой. Конь. 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 Еще раз. Мой. Мой. Конь. Конь. Вот. Так, хорошо. А еще кто у нас может быть? Мой. 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 Кто? О. О. Лень. Лень. О. О. Лень. Лень.
Лень. О. О. Лень. Мой. Мой. О, лень. У. Лень. Ладно, хорошо. Пока тяжеловато. Мо. Мо. Я. Я. А кто может быть моя? Я. Кто моя? Моя. Моя. Со. Ба. Ка. Еще раз. Моя. Моя. Я. Со. Ба. Ка. Хорошо. А теперь смотри. А кто здесь? Кто это? Зай? Зайка. А зайка чей? 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 Мой? Мой. Вот. Зайка? Зайка. Мой? Мой. Теперь дальше. Это кто у нас? Сюда смотри. Собака. Давай еще раз. Собака. Чья? Ма. Моя. Вот. Моя. 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 Хорошо. А это кто? Кто это у нас? Сюда смотрим. Ко. 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 Ка. Еще раз. Ко. Ка. Чья кошка? Мо. Моя. Вот, кошка моя. А это кто у нас? У. У. Тё. Тё. Ног. 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 Вот, давай еще. У. У. Тё. Тё. Ног. Чей? Чей. Мой. Вот, мой. Мой. Вот. А это у нас бы. Чо. Чо. Бы. Чо. Чо. Еще раз. Бы. Чо. Чей бычок? Чей бычок? Мой. Мой. Вот, хорошо. А игрушки чьи? Чьи? Мо? Мо. И. И. Мо. И. Мо. И. Вот. Мои. Моя. Нет, не моя, мои. И. Мои. Мои. Игрушки, да? Мои. Вот, молодец, мои. Ну вот, в следующий раз мы еще поработаем. Молодец. Ты хорошо, ты старался. Да. Молодец, умница. А ты что-нибудь научился сам говорить какое-нибудь слово? Нет. Нет пока еще, да? Дома не учился, ничего? Нет. Нет? Да, я бы стал, да. Ну, как у тебя сестренку звать? Мама. Как ее зовут? Аня. Аня? Вот ты же научился говорить Аня, да? Да. Вот. А маму как звать? Мама. Маму как звать? Катя. Катя. Вот, ну-ка еще скажи. Мама. Мама. Катя. Катя. Вот, как ты скажешь? Мама Катя. Мама Катя. Катя. Ну вот, вы посмотрели занятия. Сегодня мы работали над словами «мой», «моя», «мои». Но перед занятием мы повторили гласные «я», «ю», «ю», «е». Сейчас они уже у него хорошо получаются. То есть он научился их правильно произносить. Язычок находится у нижних зубов в правильном положении. Теперь мы будем работать дальше. То есть было предложено назвать Алексею животных. Ну вот животных, которые мы на протяжении каждого занятия отрабатывали. И
Какие-то у него получаются хорошо. Пума, собака, ну-ка, он пони. Конь он тоже называет, но еще иногда путает и называет по-другому. Его потом, когда напомнишь ему, он начинает произносить правильно. Звуков «к», «г», «х» у него тоже не было, мы отрабатывали. Теперь по странице 21 со словами «мой», «мой конь». По вопросу я задавала вопрос, и он хорошо ориентировался, даже не надо было ему подсказывать, «моя» или «мой». Вот, например, «бычок чей?» И он хорошо сказал «мой». «Собака чья?» «Моя». То есть слова, которые мы отрабатываем, он произносит по слогам самостоятельно. Он еще их не может произнести, но после моего произношения он пытается их произносить. Звуки у него, конечно, еще не все поставлены, поэтому где-то вот звук звучит неправильно, звук «л» он может не произносить неправильно, то есть у него звук «ш» не совсем правильный. То есть мы перед занятием ставим все ему звуки. Мы делаем упражнения и каждый день выделяем по 5-7 минут на упражнения. Ну, что я еще хочу сказать, что произношение слов, конечно, необходимо закреплять, работать по формированию фонематического слуха, то есть произносить слоги. Ну, на этом занятие закончено мое. До свидания.